Центре социальной помощи семье и детям Кызыла прошел утренник, посвященный празднованию «Шага» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Артисты Центра традиционной тувинской культуры и ремесел подготовили для детей и их родителей мастер-класс по национальным инструментам и играм. Также исполнили для маленьких зрителей горловое пение. Далее детей ждало отличное представление, яркие костюмы, игры, загадки. Сюрпризом для всех стало общение с питомцами общества защиты животных «Хатико». Погладить. Видите, какой маленький, дрожит. Дети и их родители с удовольствием гладили щенков, обнимали и играли. Общество защиты животных «Хатико» совместно с обществом инвалидов города Кызыла уже проводят такой третий утренник. Мы организуем встречи особенных ребятишек с нашими питомцами. Потому что наши питомцы, конечно, в том числе и положительные эмоции у ребятишек, которые им особенно необходимы. Наш проект реализуется на средства фонда президентского гранта. И такие встречи в течение года будут регулярными. Это не первая и далеко не последняя встреча детей с питомцами «Хатико». Встреча с животными важна для детей-инвалидов, ведь каждая встреча с четвероногим другом лучше любого лекарства.